Моя будущая специальность – переводчик. Почему же я выбрала именно эту профессию, спросите вы. Еще в детстве я была ярой фанаткой Бритни Спирс. Я очень любила ее песни, и мне было интересно, о чем же они. Это приветствую вторую участницу, студентку Ленинградского государственного университета имени Пушкина Наталью Колодаеву. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Наталья, я представляю Ленинградский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Моя будущая профессия – одна из самых важных и незаменимых на Земле. Профессия учителя. В моем случае – учителя русского языка и литературы. Гатчинского филиала института внешнего учителя экономики и права Виктория Пельчук. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я учусь в Гатчинском институте внешней экономической связи, экономики и права. А специальность моя – юриспруденция. Я выбрала эту специальность, потому что в моей семье это традиция. А теперь мы встречаем участницу под номером 4. Студентку Волковского филиала Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Персона, Дарью Коновалову. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Моя будущая профессия – это менеджер. В современном деловом мире женщины играют все больше значительную роль. Все больше женщин привлекают в деловые круги. Хотя для этого приходится тратить гораздо больше усилий, чем мужчины. Пятый курсант – это студентка Киргизского филиала Северо-Западного Северо-Западного заочного технического университета на кафедре энергетики. Со школьных лет моей большой целью в жизни было получение хорошей профессии, ведь любимая работа делает нашу жизнь намного интереснее. Впервые электроэнергия, как явление, заинтересовала меня в школе. В старших классах на уроках физики. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я учусь в Выборгском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. По специальности – техническая эксплуатация пилотажно-тренировочного комплекса. Проще говоря, я бортовой электрик. Суть моей специализации заключается в обслуживании различных вертолетов, таких как Ми-8, Ми-2 и так далее. Ветра лати, разумка.
и вице-мисс конкурса «Студенческая весна Ленинградской области 2013» становится